Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Mutant Fighting Cup 2. Ну что ж, давайте продолжим. У нас новый мутант, Северный Волк. Ну что ж, давайте сразимся с Северным Волком. Так, это мой мутант простой. Ну, вот это уже наш злодей, которого мы с вами постараемся сейчас победить, рядки. И большое спасибо за поддержку, за ваши пальцы вверх. Ну что ж, получай лапой в нос. 35. Что ты мне ответишь? Так, ладно, давайте защитимся. У нас защита на два хода. А вот он оглушен. Так, ладно, кусаем. Но берегись. 12 плюс критический урон. Ну, что-то как-то мало. Кусил мне. Семерочка. Потому что у меня стоит защита. Давайте его еще раз цепанем. Отлично. 12-12. У него 118 жизней. Ну, покажи всю свою силу. Силушку. Давайте пнем его. А вот так вот, надержит 24. У него усиленный удар. Причем два усиленных. О, давайте его оглушим, точно. Неплохо оглушили. Можно еще укусить. Отлично. Ну, мы довольно-таки хорошо с ним легко разделались. Ой, нет, нам надо бить его. Еще один удар, и я думаю, все. Интересно, почему он меня не бьет? На, вот, наконец-таки ударил. А, давайте поменяем. Оглушение. У него еще 2% есть. А, когда он будет бить, отражающая такая атака, я так понимаю. Ну-ка, посмотрим. 23 и 17 отразилось. Так вот. Назад. Победили. А зараженный волк. Файтинг. Тот же пес, смотрите, но уже мухи кружатся. Зеленые такие противные. У меня хотя бы пчелы или осы кружатся. Вот у него зеленые противные мухи. 31 сразу сходу. 13. Лапой. Свою мощь. 24. Он усилился. Давайте мы будем его... То есть он меня ударяет, и мы ему отвечаем. А, блин. Значит, он меня даже не ударил в ответ. Печально. То есть, если бы он меня ударил, то была бы отражающая атака. Ну что ж, попробуем сейчас. Давай, укуси меня. Я прям жду, чтобы он меня укусил. А он не кусает. Он видит, что у меня отражающая атака. И просто... воздерживается. Вот если я его сейчас ударю, тоже будет отражающая атака, поэтому давайте подлечимся просто. Так, ну-ка, ну ударь уже. 22, смотрите, я 16. 16 урона отразил. Так же будет и со мной, если я его укушу. Давайте укусим и подлечимся. 34 и 11 мне отразилось. Ладно, я готов. Да, что ты будешь делать? Ну, 95% надо бить, я думаю. 37, отлично. 25, плохо. Немножко подлечились. Давайте О, вот, укусим и подлечимся. 23 плюс подлечились. Он тоже лечится. Усилился. Я не знаю, что мне делать. Сколько раз я пропустил. Давайте большое восстановление. Он тоже лечится, смотрите. У него уже два усиления. Что, издевается, что ли? Давайте щит поставим. Особый щит. Ёлки-палки. Давайте лечиться, что ли? Всего лишь 9. Я не знаю, чем его атаковать. Надо было простыми хотя бы атаковать ударами. Благодаря защите всего лишь 2 урона мне нанес.
Да что ты будешь делать? Смотри, атаки вообще никакой нету. Ну-ка. 7. Хороший блок. Отражение особое. Отлично. Пускай сейчас меня бьет. 19, а ему 14 осталось. Я не знаю, что делать, ребят. Я не могу его просто уронить. Так, а будет вообще какая-нибудь сегодня? Атаки нету. Да я в шоке, нет атаки. Давайте, может, что-нибудь купим. 200, отравление. Давайте отравление. Отравим его на 3 хода. И сами будем лечиться. Плюс 9. Отравление 16. Он все равно лечится. Я не понимаю, откуда глюк такой. Ну вы сами свидетели, ребят. Я не могу его ничем ударить. А он меня бьет почему-то. По сути, его один раз всего лишь ударить, а у меня нет атак. Такое ощущение, что они все закончились. Ну вот, неужели? 23, отлично. Назад. Вот идем в лабораторию, может быть, улучшим нашего зверя. Гены. Я предлагаю атаку улучшить. Так, в принципе, у меня хватает же на все, да? Атака 4. Была сколько? Атака 2. Будет 4. Давайте 4 атака. Да, покупаем. Сейчас пасть изменится. Ух ты какая. Что там еще в генах? А, тут не хватает мне. Тут тоже не хватает. То есть на лапы нам не хватает. А, броня, кстати. Насчет брони. Подожди, это у меня куплено? Да, это куплено. На вот это нет. Защита 4%, жизни 40%. Это такой вот зверь. Так, ну ладно. Играем. Надеюсь, сейчас будет попроще мне. Он все страшнее и страшнее. Офигеть, какие у него лапы. У меня 250 сейчас жизни. Ух ты, новая способность. 49 сразу снимает. И плюс яд. Неплохо, я считаю. Давайте просто укусим. 13-14. И плюс яд. Это был хороший, ребят, хороший прием. 15-14. Плюс отражение сработало. 27. Так, отлично, мне за урон. Урон больше будет. Сейчас мы как следует влепим. О, когти. 53. У нас все шансы. Все шансы. Ставим защиту. Вообще, какую защиту? Нам надо урон наносить, раз у меня. Вот, отлично. Пока удвоение у меня есть. 66. 11. Оглушил меня. Ну, блок помогает. 39. Представительно. Фу. Огненный лед в конце. Северный волк, огненный лед. Ух ты же, елки-палки, что с ним случилось, смотрите. Офигеть, как он грозный. Нифига себе у него пасть. Давайте начнем с того, что оглушим его. Так, теперь давайте когтями. Как следует. 38.
Неплохо. Яд нанес, поскольку по 11 нормально. Давайте его оглушим еще раз. Нам дает преимущество, я считаю. 31. Мы оглушили. Можно подлечить. Давайте подлечимся, почему бы нет. 26 и плюс подлечились. Давай сейчас будет лечиться. Так, поставим защиту. Отражение. Поможет мне это, нет? Нормально, помогает. Я думаю, чаще надо бить его. 25. 19. Нормально. Ну-ка, держи. 30. Неплохо. Пора меня кусать. О, я оглушен. Пока подлечился. Давайте ногой попробуем. 27. О, критический удар. Держи когти. 42, отлично. Скоро 5-й левел будет. Я думал, в лабораторию надо пойти. Походу, мне ни на что не хватит. Так, атака. Мутация завершена. Подожди, так я ее могу выбрать или нет? Или это эволюция? После этого я смогу вот сюда пойти. А, да, это эволюция. Потом со временем мы прокачаемся. То есть ты в любом случае должен идти по цепочке. Лапы. Тут у нас, в принципе, все прокачано. Так, морда, тут лапы. Мы выбираем, по какой цепочке идем. Это можно поменять. Так, ну примерно поняли, как это все действует. А, окей, назад. Нам надо уже победить. Не играем. Финальный босс, огненный лед. Let's go. Вот он, какой огненный лед. Прикольно смотрится. Он эпичный. У него 250, и у меня 250. Мы на равных. Сейчас реально на равных. О, у него ворот. Да. Возможно, я даже проиграю. Пока что бьем, давайте. Дальше посмотрим. Мне тут явно надо что-то наложить на себя. Ух ты, нифига себе, 72. Хороший-хороший критический урон. Тут, ребята, нам очень повезло. Давайте попробуем ногой, с ноги. С лапы, точнее. Ох ты, дела наши плохи. Он-то лечится, у меня очень мало процентов здоровья. О, хороший. 42. Он опять подлечился. А, у него отравление. Нифига себе, 47. Как он так подлечился? Я тоже, наверное, буду лечиться. В течение 3 ходов. 29. Не, ну что-то мощное. Отлично, хороший. Хороший. Укус. 44 плюс отравление на 2 хода. 29. О, это было больно. У тебя мало жизни, нет, нормально. Нормально у меня жизни. Его сейчас я должен добить. 22, 29, отлично. Дарюш, мы это сделали. Нам дали ключ кейс. Выбираем какой. По серединке. Какое-то кольцо нам дали. Генная инженерия. Так, тут можно улучшиться. А, мутация, подожди, а что я могу именно мутировать? Нимб увеличивает параметры лечения. Давайте попробуем. А, нам нимб дали бесплатно. Все, я понял. Прикольно выглядит. Так, ну если играть, ребят, тут мы все прошли. А, тут будет финальный босс. Давайте посмотрим. Бойцовый терьер. Офигеть.
Это первый серьезный босс. Там будут другие кубки. Сначала я три прохожу, а потом четвертый, последний. Вообще, ссылку на эту игру я оставлю под видео под описанием, где я конкретно играю. Можешь прийти и тоже вместе со мной играть. Я думаю, мы с вами еще поиграем в эту игрушку. Запишем не одну серию. Игра мне очень сильно импонирует, очень сильно нравится. Так, подожди, это что пишется? Ну ладно, ребят, давайте увидимся в следующей серии. Всем до скорого. Пока-пока, ребят.